Насекомые против пластика и умный шопинг. Фестиваль «Экологичный Новосибирск» объединил сотни гостей. Причем не только так называемых «зеленых», но и тех, кто учит комфортной жизни, общению и труду. Екатерина Широких побывала на празднике. Не сгибаем локти вот таким вот образом, рука на руку, делаем ритмичные движения на грудную клетку пациента. Сделать собаке непрямой массаж сердца. В роли ветврача школьник Егор Поляков. Мальчик хоть пока и не мечтает о карьере в зоосфере, но считает навык важный. Вдруг идешь там по улице, лежит животное, надо помочь ему. Все, помогаешь. Первую медицинскую помощь. Не испугаешься так? Нет. Начинающих айболитов тренируют волонтеры. На фестивале несколько десятков разных локаций. Гостям рассказывают не только о правильной сортировке мусора, разумном потреблении и энергосбережении, учат и экологичному отношению к окружающим. Но в данный момент мы вяжем квадратики, которые потом соединим в один большой плед и подарим одиноким бабушкам и дедушкам из Дома милосердия. Делаем это для того, чтобы напомнить людям, они не одни, что о них кто-то волнуется. Но главная тема фестиваля – забота о природе и у человека в этом деле – союзники, насекомые. Та же самая восковая моль или огневка, она может перерабатывать пластик. Мучной хрущ. Он очень используется для питания. Для питания, да. И он также может перерабатывать пластик. То есть тут все насекомые имеют свою суперспособность и могут нам помогать. Фестиваль «Экологичный Новосибирск» проводят в пятый раз. Как всегда, бесплатно, чтобы присоединиться мог каждый. В программе мастер-классы, викторины и квесты. Главный посыл – то, что все начинается с каждого из нас. То есть чистота нашего города, красота его зависит от каждого из нас. Чтобы мы что хотим видеть, то мы должны сами делать. Вот, поэтому, начиная с себя, мы меняем этот мир, окружающий нас. Волонтеров поддерживают в областном правительстве. Вместе не только чистят зеленые зоны от мусора, но и занимаются лесовосстановлением. В этом году мы проект сделали при продаже новогодних елок. Люди собирали, подавали заявку на участие в высадке деревьев. По весне будем делать проект «Семейный лес». Покупать многоразовые вещи, не выбрасывать на свалку батарейки и пластик. Чтобы помочь природе, много усилий не нужно. Кстати, все лишнее на переработку можно принести в экоцентр «Пчела» завтра. Адрес: Некрасова, 55. Екатерина Широких, Валерий Павлов, новости ОТС.